Затишье прервано. Региональный следственный комитет опубликовал информацию о том, что начальник управления строительства и ЖКХ администрации городского округа Кохма Владислав Корень обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2016 году чиновник получил из Дорожного фонда Ивановской области субсидии в размере почти 13 миллионов рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Однако выделенные денежные средства потратил не на асфальт, а на погашение кредиторской задолженности по договорам возглавляемого им управления. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, грозящее за данное преступление, предусмотренное статьей 285 прим. 1, часть 2, пункт Б, является лишение свободы на срок до 5 лет.